Варвара Слабова, 7 лет, город Москва. Я люблю кататься на снегоходе, еще люблю на ватрушке. Я снималась в рекламе Kinder, Малоежка, Медиамарк. Я очень люблю фрукты. Еще у меня есть очень много игрушек. Я люблю рисовать, лепить, ходить в школу. Я уже во втором классе. У меня самый любимый урок – математика, потому что я дома домашнюю работу очень делаю быстро, и мне нравится решать примеры. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят. С утра горят румянцем. Пришли, девчонки стоят в сторонке, платочки в руках теребя, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Наш сосед Иван Петрович знает нашего соседа все ребята со двора. Он им даже до обеда говорит, что спать пора. Он на всех глядит сердито, все не нравится ему. Почему окно открыто? Мы в Москве, а не в Крыму. На минутку дверь откроешь, говорит он, что сквозняк. Наш сосед Иван Петрович видит все всегда не так. Нынче день такой хороший, тучки в небе ни одной. Он ворчит, а день галоши, будет дождик проливной.